Сообщение на пульт пожарной охраны поступило в 11:15. В Одинцово на улице Жукова, 23А, пожар. Только загорелось, мне уже стали писать: у вас под окном пожар. Причиной происшествия стало воспламенение стройматериалов на третьем этаже строящейся многоэтажки. Огнеборцы не позволили пламени распространиться дальше. Пострадала только одна квартира. Площадь возгорания составила 124 квадратных метра. Никто не пострадал.